Чтобы увидеть, как выглядит государственная граница, далеко ходить не надо. На Соколовой горе полгода назад установили полосатый столб. Это символ, который стражи границы решили установить в память о погибших товарищах. Не могли определиться с местом. Все это было очень трудно. Сначала нам предлагали одно, потом другое. Мы вот это бревно вытащили своими руками, разметка, покраска. То есть от начала до конца все своими руками сделали его полностью. Потому что мы посчитали так, что пограничник настоящий должен столб сделать сам. Застолбить место, по словам пограничников, оказалось непросто. Чиновники требовали, чтобы на месте скромного памятника быстро появился масштабный мемориал. В итоге решили поставить рядом со столбом скульптуру, а позже разбить аллею бюстов героев-пограничников. Пограничник – это тот образ, который все знают. Боец на границе всматривается вдаль, держит в руках бинокль, рядом верный пес. Так увидел будущий памятник скульптор Василий Кузьмин. По его словам, работа над этим проектом напомнила ему о собственной службе в пограничных войсках. Поставлена была задача передать именно доблесть и героизм пограничника. Когда лепил, конечно, помогало, так сказать, воспоминания с той службы. Именно и сами те пограничники, которые рядом за меня, так сказать, окружали, тоже помогали своим присутствием. Ну, конечно, вспомнил границу одним словом. Общая стоимость проекта составляет около 1 000 000 рублей. Пограничникам удалось собрать только половину требуемой суммы. Но активисты надеются, что уже к 28 мая, дню пограничника, Саратов обретет новый памятник. Алексей Молчанов, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».